Всем привет, меня зовут Таня. Сегодня я хочу вам показать и рассказать про канадский магазин Арден и в особенности про их коллаборацию Кендалл и Кайли. Покупок у меня очень много, поэтому я хочу вам все показать, потому что коллаборация очень суперская, и я накупила очень много вещей. Хочу сказать, что магазин Арден, бывает в магазине Арден коллаборация, бывают коллаборации, у них была коллаборация с Calvin Klein, там было в основном нижнее белье, была коллаборация с брендом Juicy Couture, где были в основном спортивные костюмы велюровые, но качеством, конечно же, как любая коллаборация, немножко похуже. Я просто обожаю, в 2018 году появилась коллаборация Kendall and Kylie. Это сестренки Кардашьян. Мне очень нравится, как они одеваются. Очень спортивно, очень круто, очень модно. И у них также есть своя основная линейка, которая представлена в Nordstrom, в Macy's, на Asos, на Farhate. И если вы смотрели, какой стиль одежды у них в основной линии, то в Ардене, ну, можно сказать, почти в один в один. То есть это одежда такая спортивная. Это одежда оверсайз, все такое расслабленное, это кроп-топы, но все правильной длины. Например, если кроп-топы, то можно поднимать руки как угодно, ничего не будет вылазить. Все с их логами, нигде на одежде не написано слово «Арден» вообще. Вещи получше качеством, чем обычный «Арден». Ну, в общем, сейчас все сами увидите. И все мои покупки, в принципе, здесь были куплены с 70-80-90% скидкой. Очень странно, но уже на следующий год после выпуска этой коллекции многие вещи были с 70-80% скидкой. Многие вещи я накупила именно в прошлом году, да, в прошлом летом. И это были, например, носки, нижнее белье. И это все было по 5-6 долларов. Это все нормальное, нормально носится. Единственный минус, я покупала 3 пары обуви коллаборации Kendall and Kylie, но они были качеством, как обычная Арден, то есть тяжелая резина, неудобная и, в общем, все такое. Так, начнем показывать вещи, потому что вещей много. Я показывать буду вам примерочную их. В общем, начнем вот с этого худи, который я купила, кстати, вчера. То есть это можно найти в ихних дисконтах. В Арден дисконт до сих пор продается эта коллекция. То есть нужно ее выискивать, она разбирается моментально. То есть смотрите, это Kendall and Kylie. И вот ихняя этикетка вот так вот выглядит. То есть она обычная, да, Kendall and Kylie. Это очень теплое худи, оно оверсайз, очень длинное, такое расслабленное, на рукавах написано Kendall and Kylie, здесь два кармана, оно очень длинное, его прям можно носить с леггинсами по желанию. Стоило оно $40, я его купила за 7. Так, дальше, вот такие вот очень крутые джинсы. Очень крутые джинсы, это опять-таки Kendall and Kylie, их этикетка, стоили они $54, я их купила за 5, у них очень высокая посадка, пуговицы, здесь вот такой вот дизайн, немножко вот такие вот рванины, но не слишком, да, здесь больше нет никаких рванин, они, в общем, вы сейчас увидите, как они смотрятся, я их просто, ну, не могла дождаться, когда я их уже могу носить, но я хотела вам показать как можно больше вещей. Пакетик я взяла вам показать, как выглядит этот магазин. Если пакетик, я не знаю, потому что, конечно, все вещи у меня не поместятся. Эти вещи я все покупала летом. И поэтому накопилось очень много вещей. Обожаю вот этот свитшот. Тоже вот такой вот он. Здесь на рукавах Kendall and Kylie. Тоже здесь он флисовый, очень тепленький. Стоил он $44, я его купила за 7, причем я купила 2 таких, вот, честно говоря, обожаю, как это на мне сидит, можно вполне носить прям на каждый день, в принципе, вот еще точно такой же,
Но этот я купила за 5. Так. Вот такое вот худи. Оно укороченное. Это такой кроп-топ. Оно укороченное. Здесь вот Kendall & Kylie тоже. Вот так вот внутри он тоже хорошо сделан. Тепленький. С длинными рукавами он стоил. Я его купила, не помню, 44. Купила за 7 тоже. Дальше. Я буду показывать все, вот что как у меня лежит. Потому что... Так, обалденные штаны. Кстати, заметьте, их не дизайн, их не рисунок. Одинаковые цвета. Все хорошо сочетается между с друг другом. Именно поэтому я накупила столько вещей, потому что здесь просто голова не болит. Все супер такое модное, в духе сестричек Кардашьян. Вот эти штаны, брюки, да, очень хорошо на мне сидят. Я купила 2 пары даже таких. Я заплатила за них $5. Правильная длина и опять-таки очень хорошо сидят. На них с ними будет хорошо смотреться и шпилька, и кроссовки, и пиджак. В общем, что угодно. Их необычная цена была $49. В общем, вы замечаете, да, цвета все, ну, все друг с другом сочетается. Вот такой вот костюм, ромпер. То есть здесь шорты, такой вот, одну, да, как это называется. Здесь немножко клешные рукава, очень приятный материал. Здесь шортиками, вырез очень хороший, ничего не вываливается. Стоил $40, я его купила за 5. Так, вот такой вот свитер я тоже купила за 5. То есть он обычный, вот такой вот, он обычный такой. Свитер стоил 45, я его тоже купила за 5. Смотрите, опять-таки цвета, да, их не цвета везде повторяются. Дальше вот такая вот футболка. Дальше вот такая вот футболка. Она обычная, тоже укороченная. Здесь выбита Kendall & Kylie. Не буду заостряться на чем-то, потому что сейчас увидите. Вот такой вот клатч. Клатч, в нем также есть длинная ручка. В нем также есть длинная ручка, она на цепочке и точно такой же материал. Она не знаю, с чего сделана, в принципе, достаточно дешево сделана, но выглядит дорого, потому что она сделана из какого-то такого материала, типа фольги, ну, вроде это ткань, ну, не знаю. Вот. В общем, $5 я за нее заплатила, она стоила 34. Вот такой вот, и можно его носить просто как... Эта штучка вот так вот на одной руке, да, немножко перекосился, но это потому что я положила неправильно ручку. Дальше вот это одна из моих любимых клатчей, она точно такая же, то есть там тоже длинная ручка, но посмотрите, как она переливается. С другой стороны, не очень кожзам здесь. В общем, она тоже идет с длинной ручкой. Стоила она тоже $34. Красота. И здесь, смотрите, буквы. Их не лого везде. То есть нигде не написано, что это Арден. Так, дальше. Дальше вот такое бомбезное платье. Вот такое бомбезное платье. Я покажу, как оно на мне сидит. Сидит. Оно такой правильной длины. Оно как бы колено, закрывает колено. Очень рукава у них вот такие вот. То есть здесь вот шнурок, да. Мне, если честно, не очень рукава, поэтому она, как по мне, хорошо будет смотреться с джинсовкой. И это платье обычное черное, с ним будет хорошо смотреться какой-то их какой-то пояс, сумка-пояс, да. И вообще можно надеть какую-то жилетку, как-то его украсить. Так, дальше вот такая вот укороченная длинным рукавом кофта. Тоже здесь на рукавах Kendall & Kylie. Вот эти вот брюки. Я обожаю эти брюки. И до сих пор жалею, что не купила такой же точно пиджак. Но может еще попадется. Потому что был комплект. Но не было моего размера. Но я почему-то решила
даже не мерить другие размеры. Хотя очень жалею, что не купила. Они классно сидят с поясом. Они плотные, да, такие casual. Так, вот это вот мной любимая, уже затасканная, но я все равно решила ее показать. Это тоже укороченная. Я ее уже ношу 2 года. Я ее ношу уже 2 года. Обожаю эту мягенькая, укороченная на отпуск. Вот такой вот боди. Здесь очень классный вырез. Он так вот как-то на мне ложится, что очень красиво делают грудь. Ну, это боди. Нам вот прям тонюсеньких этих. Оно новое. Стоило $25. Дальше. Вот такой вот укороченный топ. Тоже с их расцветкой, с их лого. Так, это еще точно те же штаны, которые я вам показала. Посмотрите, какой классный ремень. Этот ремень очень напоминает Off-White. То есть он тоже сделан вот на таком замочке, да, через который продевается. И то есть он тоже может так вот болтаться. Здесь он полностью написан Kendall and Kylie. Я заплатила за него $2. Их разобрали на следующий же день, как они только появились. Так, теперь сейчас будет гора купальников. А нет, вот еще есть один клатч. Точно такой же, только вот такого цвета, красивого голубого. Так, гора вещей. Так, покажу купальники. Купальники я вам не буду мерить. Ну, покажу. Так, вот такая вот модель. Они как бы двое трусиков в одном. То есть это низ, да? Здесь обычные черные. И вот такие вот через сеточку. Вот, честно говоря, смотрится очень-очень классно. И у меня такой же верх, но белый. Но белый. Все хорошо друг с другом сочетается. То есть здесь вот такая вот подкладка. И сверху одевается вот такая вот штучка. Поэтому черный с белым тоже очень хорошо сочетается. В принципе, вот эту можно одеть, например. Вот у меня есть вот такой вот верх. Обычный, это как его, армейский, да, тоже будет хорошо сочетаться с этой сеточкой. Дальше вот такие вот купальные низ с их немного. Купальники все по $3. Вот такой вот низ от этого купальника. Вот такой вот низ от этого купальника армейского. Так, и вот такой вот обалденный еще верх, который тоже можно, все это хорошо сочетается с друг другом. То есть здесь нету чашечек, оно с толстыми лямками, то есть хорошо поддерживает. Здесь двойной застежкой сделает, как-то это все дорого и необычно. В общем, вот все мои покупки. И смотрите, как это все на мне смотрится. Извините за бардак. И подписывайтесь на меня. Скоро будут много видео. Буду стараться делать немножко получше качеством. Очень приятно ваши комментарии. Спасибо, девчонки, вас немного, но мне очень приятно. Прям очень-очень.